OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Всем привет! Совершенно шикарный случай на днях произошел в захваченной россиянами Херсонской области. Чтобы показать лживую картинку о том, что якобы вот вся Херсонщина радуется приходу российских военных, Россия направила в захваченную ими Херсонскую область десант подконтрольных Кремлю журналистов. Ну понятно, что это за журналисты, это российские журналисты, а также журналисты из Венесуэлы, Китая, Индии. Ну короче, я думаю, можно дальше не объяснять, что это такое, что это за люди, какую цель они преследовали. Короче, смысл приезда туда был в том, чтобы просто показать, как радуются все жители Херсонской области, что их наконец-то захватила Россия, что пришли российские войска и как они хотят присоединиться к России. Естественно, чтобы создать вот эту лживую картинку, журналисты стали опрашивать на улице всяких прохожих, пожилых людей, особенно в надежде найти таких, которые скажут: да, ура, мы рады, что пришла Россия. Но в какой-то момент что-то пошло не так, когда стали опрашивать одного из пожилых жителей Херсона. Он прямым текстом заявил, вот этим с позволения сказать, журналистам, что то, что произошло, это вообще дикость, это абсолютно незаконная, немотивированная агрессия. Никто не хотел этого захвата Херсонской области, никаких националистов там нет. И люди, которые там живут, категорически не согласны с безумными действиями Российской Федерации. Когда захватили эту территорию, на каком основании? Какие здесь бомбежки? Я русский сам себе. Родился в Якутии. И меня здесь убили. Мы хотим показать, чего вы хотите. Я хочу жить в Украине. Само собой, все эти наемные журналисты, которых отправили в Херсонскую область делать лживые сюжеты, ничего этого не покажут. Правду они вырежут. Вот такое мнение людей, а таких людей там реально большинство, они вырежут. Но очень важно, чтобы мы знали и показывали на весь мир, что именно так думают жители Херсонской области. Чтобы сейчас не врали в Кремле, чтобы там не лгала Россия, именно так думают украинцы. Никто действительно не ждал российскую оккупацию. Никто ее не хочет. И люди достаточно смелые, они привыкли выражать свое мнение свободно, потому что они живут в свободной стране, в Украине. И эти люди даже вот таким пропагандистам, даже российским военным в лицо говорят все, что они думают об этой ситуации, все, что они думают о захватчиках. Давайте поделимся этим видео, давайте максимально распространять такую информацию и обязательно подписывайтесь на канал, потому что здесь звучит правда о том, что происходит в Украине. Российская армия уничтожает Украину, потому что это Украина. И в этом и цель, и смысл этого военного вторжения. Убийство. Убийство нас. Так что все признаки геноцида в данном случае присутствуют. А этот Шойгу и компания будут рассказывать там о проклятом НАТО. Североатлантический альянс вплотную приблизился к нашим границам и в разы нарастил боевой потенциал. Страх и ужас. Только все это произошло при гениальной внешней политике Владимира Путина. И последнее расширение, то есть решение расширения НАТО, принято уже после российского военного вторжения. В альянс вступают Швеция и Финляндия. Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия. Ох, трындит Сергей Кожугетович, трындит как дышит, но это в принципе врать, врать, еще раз врать, это база российского политического режима. Значит, летальное оружие, которое убивает российских солдат, начало поступать только такое дальнобойное, серьезное, только после полномасштабного вторжения. А до войны было что? Гранатометы? Да, ими сожгли много российских солдат и офицеров. Кстати, про них почему-то Шойгу не вспоминает. Сожгли его в танке и все. Только вот эта вот тема про пленных. К ним плохо относятся. Потому что они об этом говорят, потому что это можно использовать в качестве оружия информационной войны. Судьба этих людей их не интересует. Но их же не интересует, кто сгорел в танках, в том числе от джавелинов. Ну, от Стугана, конечно же, тоже.
развернута широкомасштабная кампания по дезинформации мирового сообщества относительно истинных причин кризиса. В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наемников превысило 6 тысяч человек. Для удержания власти киевский режим использует террористические методы против собственного народа. Националисты проводят показательные расстрелы отказавшихся участвовать в боевых действиях. И вот тут, конечно, нужно раздать всем по заслугам. А то у нас, с одной стороны, глава офиса президента делает прекрасные выступления на международной площадке, ну, в частности, в Давосе, о чем я вспоминал. С другой стороны, слуги народа, на которые, скажем так, дипломатично офис президента имеет влияние, вносят вот такие вот законопроекты, например, которые предполагают, что командиры украинской армии могут получить разрешение убивать военных в боевой обстановке за невыполнение приказов. То военные, когда читают такие новости, они думают, что здесь в Киеве все сошли с ума. А это не так. Не все сошли с ума. И мне кажется, Ермаку, как одному из самых влиятельных должностных лиц нашей страны, нужно прочистить мозги таким прекрасным авторам документа, этого законопроекта, который вынесли слуги народа, в частности, Марьяна Безуглая, Александр Алексейчук, Александр Бакумов, Сергей Гривко, Галина Третьякова, Виталий Вайцеховский, Георгий Мазарашу и Александр Фидиенко. Ну, я из этих людей слышал и знаю только Безуглую и Третьякову. Так вот, ребята, не страдайте херней. Вот что хочется сказать. А делайте так, чтобы у украинских защитников были силы и средства, чем уничтожать российских оккупантов, таких вот коль, которых сюда отправил Шойгу. А то вы чувствуете, как оно коррелируется, да? Тут нам говорят о страшных и ужасных бандеровцах, а потом вносятся такие законопроекты. Российские вооруженные силы, в отличие от украинских, не наносят удары по гражданской инфраструктуре. Это прекрасно. Я напомню, что министр нападения России вливает вот это говно в уши министров обороны стран ОДКБ, так называемых союзников Путина, которые всячески дистанцируются от этого бреда. Потому что ни одна страна, кстати, из ОДКБ не признала аннексию Крыма, даже Лука, который, ну, вот фактически уже так загнан в угол. А Казахстан вообще дистанцируется от российских военных преступников и так далее. Но когда они говорят, не наносите вы ударов по гражданской инфраструктуре, тогда уже, ну, весь мир облетели просто, ну, сотни сожженных домов вместе с жителями. На кого это рассчитано? На кретинов российских. Даже российские кретины знают, что российская армия совершает здесь военные преступления нон-стоп. От рук российских военных уже погибли десятки тысяч гражданских. Это страшные цифры. В одном Мариуполе они убили 20 тысяч человек. Не наносят удары они. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.